Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием этих работ по книге «Великие музеи мира». Статуя писца Саккара. Первая половина пятой династии, середина 25 века до нашей эры. Известняк, роспись, высота 51 сантиметр. Имя изображенного не сохранилось. Но позы и традиционные атрибуты говорят о том, что этот человек обладал достаточно редким для того времени умением – чтением и письмом. Профессии писца в Египте всегда были традиционно одной из самых уважаемых и доходных. Еще в древнеегипетских поучениях говорилось о том, что где бы писец ни работал, он никогда не будет знать нужды. Поза фигуры является канонической для изображения представителя этой профессии. Писец показан сидящим с поджатыми коленями, на которых лежит развернутый лист папируса. Ноги как бы приподняты и отделены от постамента, на котором помещена его фигура. Пряди парика откинуты назад так, что видны мочки ушей. На шее широкое ожерелье. Внимательный взгляд писца устремлен в пространство. Его сияющие, хорошо проработанные глаза, поразительность которых усилена инкрустацией и подводкой, свидетельствует о том, что он или пишет под диктовку, или обдумывает свои записи. Вот такое описание к работе статуи писца Саккара первой половины пятой династии, середина 25 века до нашей эры, описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания.